Друзья, ассаляму алейкум, приветствую всех на наших страницах, на наших каналах «Кизлярские ножи». Очень много людей знают, слышали, наверное, про нож «Скорпион». Но сам «Скорпион», он холодный, и не каждый может быть хозяином его, пользоваться им и так далее. Да. Понятно, нужна роха. Так Кизляр решил этот вопрос, чтобы у нас тоже был, у обычных людей тоже был свой скорпион. Не холодный вариант, народный скорпион. Сегодня как раз мы поговорим об этом ноже. Так, ножны понятно, натуральная кожа, все четко прошито. Можно вешать на ремень. И так далее. Вот, друзья. Очень красивая гравировка. Нож называется Кизлярский. Full tang. Из отверстия под темляк. В руке сидит очень хорошо. При работе он не будет скользить. Вот все-таки есть какой-то металлический вот упор. Клинок сверху и снизу. Форма клинка. Красивая форма. В общем, такая работа, друзья. Сталь АУС 8. Так. Здесь можно сделать гравировочку. Вот на этом месте. Всем нашим клиентам мы делаем это. Гравировку бесплатно. В принципе, и здесь тоже. Вот здесь можно, там, не знаю, горы, не горы. Что вас интересует, можно сделать тоже, друзья. Заказывайте, пишите нам на WhatsApp, переходите на наш сайт. Всех благ!